Всем привет! А где же Арина? Я тут! Оу. Всем привет! Сегодня у нас будет игра «Бешеный молоток». Я такую не видела. Да, мы сейчас распакуем и узнаем в рубрике «Распаковочка». Ладно, давай не тянуть, а поехали. Конечно. Хотя мы не на машине куда-то. Опа. Это что такое? Это молотки. Знаешь, что мы будем делать? Я чую себе красную. Смотри, у нас есть такой спиннер. Стрелочку вставляем. Вот сюда вот так вот, да. Она будет указывать на предмет там или на букву. Аринка, смотри, мы сейчас раскидываем карты, разлаживаем здесь предметами вверх. Так, разлаживаем полностью. Ого. Помогай разлаживать. Давай, я все быстро сейчас сделаю. Правила игры такие. Крутим барабан. Красная стрелочка у нас показывает, на какой цвет. Красные. Значит, мы, да, выбираем, какой цвет. Вот у нас красный. И также здесь сосисочка, а это означает еда, и мы выбираем еду. Вот у нас еда, еще и красная. Вот повезло там. Оп! Ох, как иногда так бывает. Нежданчики. Второй барабан чуть-чуть побольше. И на нем английские буковки. Например, я кручу, и мне выпадает оу. То есть мне, например, тут выпала зеленая и на букву оу. Значит, я должна на букву оу еще и зеленое найти. Я первая кричу. Давай, первый барабан крути, а потом да, второй. Подожди, давай дождемся. Мне выпало фиолетовое животное и буковка F. Итак, раз, два, три, игру начни. Фиолетовое животное у меня есть. Мне тоже. Так, и на буковку F. Что у нас? Это мое. Ну так, что, подытожим? Да. О! Карточки отобрали, а теперь я буду крутить барабан. Так, оранжевая и буковка Z. Да, оранжевый человечек. Начали? Арина там. Я отобрала. Папа, у тебя вот. Хорошо, все. Так, нельзя, это мой. Так, любых людей, да, можно взять? А, нет, просто человечку оранжевым, да? А, да. Крутим. Так, мне выпала желтый домик, а буковка мне выпала L. Начинаем. Давай, все, что в доме у получается, клеится, да? У меня не клеится. О, все, клеится. То клеится, то не клеится, да? Мое. Нет, мое. Не мое. Нет, мое. Мое. Стол клеится, а карточки не клеятся, да? Так, что? Нечестно. Итак, мне выпал красный. Хот-дог. Это значит красный еда. Цвет и еда, да? Да. Это да, А буквы. А-ба. Барабан с буквами. Мне выпала R, по-моему. Да, R. Да. Итак, давай. Вот тут стрелочка была на этом. Ну что, поехали? Да. Опля. Так, еда. Сочка моя. Моя. Кстати, так хочу пиццу. Поехали в этот, поедим пиццу, Арин. Поехали. После игры, да? Да. Ну, мы быстрее закончим, поедем за пиццу. Давай. Давай. Так, рыба. Ну, я ее съем. Она красная, я ее с удовольствием жарю и съем. Ладно. Моя очередь? Ну, тут нечего крутить уже. Ну, как нечего крутить? Есть тут зеленый цвет и все, что связано с спортом. Итак, нам надо, чтобы у нас получился спорт, да? Угу. Я думаю, нам надо крутануть так барабан, чтобы этот у нас вышел спорт. Помочь?
Сейчас, секундочку. А ну как крутим, крутим. Ой, неровно что-то было. А как это ты будешь крутить? Так. О, зеленый спорт! Давай. Так, букву. Сейчас, секундочку. Буковка Е, да? Так, зеленый спорт у нас. Все честно. Подытожим карточки. Да. Сколько у нас получилось? Так. Я думаю, у тебя посмотрим. Больше. Ну, не знаю. Давай подсчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Мне 24. 24, сейчас посмотрим, сколько у меня. Я думаю, тебя больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А, я проиграл! Нет! Папа, успокойся! Я тут уже тебя плачу пиццей. Вот, ты меня успокоила. Я проиграл. Ну что ж, надо уметь проигрывать. В следующий раз я обязательно отыграюсь. Ну что, давай прощаться с зрителями и поехали за пиццей. Давай. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока.